То есть нужно найти самое главное, что человеку дать. Самое главное. Вот это очень важно. И еще очень важно, если об отношениях говорить, то самое главное в отношениях — это понять, как движется любовь вообще. Это такая сложная тема, но все равно надо ее тоже ее осветить, потому что люди думают, что любовь — это что-то очень серьезное. Это когда вот надо глаза на выкат, да как ты мог, да вообще, да ты не знаешь, как я, а ты вообще ноль, а я вообще сто. Вот, и вот ну, такие вот моменты. Любовь не движется в серьезных энергиях, вообще никак. Правды, она правду не переваривает, любовь, правду не переваривает. Она движется только в энергиях шутки и доброты, легких энергиях, шутки, игры и доброты, направленной на счастье близкого человека. Вот, допустим, как мужчина должен в шуточку по женщине, с женщиной по-доброму себя вести, чтобы она была счастлива? Как он должен? Нужно ласково, нежно, вот так вот с ней аккуратно, так, как у тебя дела? Да, вот, с ней вот так вот надо. Это не значит, что ты прям так на самом деле, а это так вот ты делаешь, чтобы ей было очень хорошо. Вот, например, меня жена разок приготовила одно такое блюдо, и я такой раз удивился, я не ожидал, что она его приготовит, так раз удивился. Я смотрю, ей очень понравилось, что я удивился. Ей понравилось вот это вот. И я начал всегда удивляться, когда она что-то приготовила. Я раз только вижу, и чуть в обморок не падает. И она такая счастливая, ей так нравится, улыбается, она такая счастливая. И разок она мне принесла, чтобы я удивлялся, она приготовила. Вот. Она мне не показывает специально. До того, как я начал есть, не показывает, чтобы я удивился. Ей хочется любви, как любой женщине. Я звоню в телефон, очень важный звонок. И я, ну, как бы поворачиваюсь, мужчина же не может сразу все делать, как женщина. Женщина все видит сразу, как бы. У нее так психика устроена, а у мужчины нет. Я поворачиваюсь, смотрю на блюдо, а сам отвечаю на вопрос. И потом положил трубку, я смотрю, она бледная стоит. Я говорю, что случилось, что случилось? Она говорит, ты почему не удивился? Я говорю, да я еще ничего не видел, давай заново. Иди-ка. Относи, давай заново. И она говорит, ладно. Такая пришла, короче. Приносит. Ой, как вкусно. Вот так вот, смотри. Разок мы с ней сидим. Я говорю, ты вот свою папу сильно любишь. Скажи, вот ты за что? Она говорит, у меня вот сильно в жизни запомнился такой эпизод. Папа... Я занималась художественной гимнастикой, и папа меня провожал все время до двери. А потом, когда я приходила, я смотрю, он стоит возле двери. Я говорю, папа, ты что здесь стоишь? Она говорит, доченька, тебя жду. Она говорит, а давно? Он говорит, как ушла, так и жду. Она говорит, папочка, спасибо тебе большое. Я обнимал его. У нас частный дом, и жена, когда приходит, она всегда мимо меня идет, мимо моего кабинета. Я смотрю, она домой идет, я подбежал к двери, стою, так голову опустил. Она открывает, испугалась сначала, ты что, говорит, здесь стоишь? Я говорю, тебя жду. Давно? Я говорю, как ушла, так и жду. Ну, то есть это шутки, понимаете, любовь — это шутки. Но шутки направлены на счастье близкого человека. Любовь не любит, вот, допустим, часто люди думают, что надо выяснять отношения, надо правду, истину вскрывать. Они думают, вот сейчас я ему расскажу все, что он скотина, как он вообще мог так. Любовь этого не любит. Поэтому вот когда вы начали жить совместной жизнью,
то близкому человеку ничего объяснить, доказать невозможно. Ему невозможно правду передать. Вот начинаешь о правде говорить, он сразу его коробит, он не хочет слушать никакой правды. Вот, потому что любовь правду не любит. У меня жена до того, как мы познакомились, давно уже, я читаю лекции 30 лет, вот, мы с ней живем 18 лет. И она раньше слушала мои лекции. И мечтала получить такого же мужа, как Олег Геннадьевич. Ну, таких больше нет, поэтому Бог дал Олега Геннадьевича. И, короче, это... И мы когда начали жить, я говорю, ну вот, как бы, начал ей рассказ, как обязанности женщины. Она такая смотрит на меня, ты, говорит, лекции будешь читать своим слушателям. И потом я что-то не так сделал, она говорит, вот ты, говорит, лекции читаешь, вот лекция такая-то, минута такая-то, обязанности мужчины. Послушай. Хороший что, умный человек говорит. И она перестала слушать мои лекции и приходит иногда на лекции посмотреть, как я говорю. Но имеется в виду не что я говорю, а ну, есть ли пошлости какие-то или грубые слова. Она смотрит такая, следит за мной внимательно. Буду я говорить что-то не так или нет? Потом мне говорит, так зачем это слово сказал? Ну, то есть, понимаете, поменялись отношения. То она лекции слушала, запой. А теперь она за мной следит. И не хочет, чтобы я ей вообще что-то там говорил, учил, обучал ее чему-то. Вообще не хочет. Потому что любовь, она не связана никак с энергией знания. Если ты хочешь, чтобы человек близкий что-то понял, он может понять только если ты пройдешь стадии определенные. Первое, ты привыкаешь, что он это не понимает. Первая стадия, принимаешь это. Вторая стадия, ты по-доброму к нему относишься, несмотря на то, что он это не принимает. И третья стадия, он начинает это принимать. Ну то есть, понимаете, если ты не навязываешь ничего, а просто принимаешь его таким, какой он есть, по-доброму относишься, то через твою доброту к нему приходит знание. Но знание в семейной жизни приходит только через тайные общения какие-то. Оно приходит только через какие-то иносказательные вещи. Вот так напрямую, если ты рубишь близкого человека, то он ничего не поймет. Нужно аккуратно ко всему относиться. Он причем знает, что от него ты хочешь, и это для него триггерная зона. Если он чувствует, что ты хочешь вот от него вот это, он его начинает трясти, ему плохо от этого становится. Потому что любовь не любит насилия никакого. Она может жить только в атмосфере принятия полного человека и желания жить для него, служить. Вот ты принимаешь человека, какие он есть, ничего от него не хочешь, просто заботишься, служишь. И там у любви есть два берега. Берег встречи, берег разлуки. Если человек ведет себя хорошо, ты ближе к нему. Если плохо, ты дистанцируешься. То есть означает, не строишь близких отношений. Вот эта вот игра заканчивается в любовь. Вот это вот чувство желания ближе, счастье дарить. А ты чуть подальше выполняешь свои обязанности. Не злишься на человека, не ведешь себя с ним жестоко, а просто показываешь, что так не пойдет, так не получится со мной. И он проходит определенные этапы. Первый этап — это месть, то есть ему не нравится, что ты с ним общаешься. Второй этап — это подлизывание. Третий этап — искренность. Человек начинает пытаться понять, а почему так, что не так ты делаешь. Но вот это отдаление возможно только после встречи. Если ты реально служишь, помогаешь, заботишься, и он начинает наглеть, обязательно начнет рано или поздно. Потому что все люди всегда проходят через эти этапы. Вот, когда человек развивается, ему надо обязательно обнаглеть сначала. Вот. И если он обнаглел, ты отдаляешься, то он понимает, что он что-то не так делает, и выходит на другую стадию развития. И так постепенно через гордость человек развивается. Ну, то есть, любовь начинается с уважения. Уважение означает делать так, как человеку надо.
Вот женщина, уважение к женщине означает, она хорошая всегда. И очень нежная, ласковая беседа, близкая им. Как ты живешь? Вот что тебе не хватает? Может быть, тебе не хватает любви, отношений? Вот. Я хочу тебе помочь в этом вопросе. Вот такой вот. Это с женщиной так надо себя вести. А с мужчиной надо вести себя так, чтобы он почувствовал, что ты очень рада тому, что он развивается и как он развивается. Вот там, вот кем он работает там на вахте? Инженер. Вот я обожаю инженеров, особенно которые на вахту есть. Надо так говорить, даже если это не так, просто в шутку. Вот. И он будет очень рад, он будет вам рассказывать, как он там работает, все, а вы будете кивать головой. Вот так. Может, даже не слушать его в это время. Он уже добился высоких результатов, то есть я его поддерживаю. Всю жизнь я его поддерживаю. Сейчас я на нуле. А он назад ничего не отдает, да? Вам не спрашивает, как у тебя дела? А как вас зовут? Машенька, как моя хорошая у тебя дела? Он так не говорит, да? Ну вот надо его воспитывать, обучать этому. Надо на берег разлуки уйти и вот ему рассказывать, когда он спросит, чуть почему-то так сказать, а вот ты мне так не говоришь со мной, надо со мной вот так разговаривать. Посадиться. Вот меня жена сажала рядом с собой и начинает мне рассказывать, я говорю, а у меня, говорю, вот так. Она говорит, мы сейчас обо мне говорим, понял? Я говорю, понял. Она все время о себе, про меня вообще не хочет ничего слушать. Вот, и я научился вообще о себе ничего не говорить, ее слушаю, расспрашиваю, она такая счастливая, успокоилась. Женщины, да, согласны вы, что вам это надо вот такое? Да? Вот. Ну, обучайте его. Следующим готов придет к вам сюда. Что, в следующем, почему? Ну, вот я еще. Можете приехать в Сочи на фестиваль с ним. И там вместе Джимми. Есть, это не у меня еще есть, да, чтобы третьего ребенка родить. Не, до ребенка пока не надо, надо отношения наладить пока, не торопитесь. То есть любовь — это такая энергия, энергия на санскрите называется лила. Лила означает игра. Ну, то есть, если человек понимает, что любовь — это такая игра, то есть отношения легкие, такие добрые, тогда у него будет любовь. А если он все серьезно, строго там, и понимать, что нужно близко. Это главные вещи, я вам сказал, самое главное, как такой ключ к отношениям. Если вы в этом ключе пойдете, будете вот так себя вести, то у вас начнется любовь. Ох, я ждал этот вопрос. Вот. Я вам все говорю? Вам все говорю? Нет. Это манипуляция? Вы своим детям все говорите? Вы с детьми играете? Вы смотрите на них, моя хорошая, ля-ля-ля. А машинки, у тебя такие классные машинки. Это любовь. Вот с детьми вы понимаете, что такое любовь. Вы играете с ними, а взрослыми вы не понимаете. Она такая же взрослым. Тема понятна, да? Что если вы не знаете, как движется энергия любви, то вы не сможете все равно создать соотношение. Даже если энергии хватает. Даже вы хорошие люди, может, даже вы духовной практикой занимаетесь и, ну, как бы, Бога любите, все нормально, все равно у вас любви не будет, потому что для этого нужно знать, в каких энергиях она движется. То же самое, вот близкие отношения. Хорошо? Переводится. Джимми, все хорошо, его там чуть не убили, короче, он такой... Такой еле живой, короче. Она такая выходит, там говорит, Джимми, все хорошо у тебя. Это любовь, понятно? Вот, примерно так. Как?
серьезность. Да, вот потому что нет знания. Вы не знаете, что любовь движется только в легких отношениях. Причем я это вообще не сочиняю, не придумываю. Вы должны понять, что я все говорю вам по Священным Писаниям. Потому что есть, ну, есть летописи, как Господь со своей супругой проводит отношения, и эта энергия любви спускается оттуда. Мы ничего новенького не сочиним. Мы не можем по-другому себя вести, потому что любовь — это не наша энергия, это божественная энергия, и она от Бога идет, поэтому мы должны копировать то, что там происходит. А там вот эта игра происходит, то есть там происходят вот шутки, смех, добрые отношения вот такие вот. Это, ну, ничего серьезного не должно быть. Любви, любовь, не, а вот допустим наоборот, если у вас деловые отношения, там не должно быть никаких ля-ля-тру-ля, там должно быть все по-доброму. Всегда основа любви — это доброта. Сотрудниками совсем подобно, но чисто деловые отношения, не надо никаких ля-ля-тру-ля. Если у тебя, допустим, ты начальник на производстве, там начал ля-ля-тру-ля с каким-то подчиненным, через него начнут все тебя мучить, там начнет поток как бы просьбы, предложений. Вот. Этот человек начнет эксплуатировать тебя, пользоваться своим положением, и начнутся проблемы. Поэтому в деловых отношениях нужна дистанция. Но и там именно правда. Долг, инструкции должностные, все должно быть честно. Там правда уже, и энергия правды действует. Понимаете? А энергия любви означает шутки, смех, легкость, не означает правда. Поэтому на работе, да, правда, там все должно быть четко, без всяких этих сюсю-пусю сентиментов. Но по-доброму, по-доброму со всеми. Не хочешь выполнять свои обязанности, ну, хорошо, тогда расстаемся. Вот. А в любви нет расставания, верность. То есть даже человек не делает как надо, надо терпеть, прощать, по-доброму относиться дальше, пытаться все наладить. Разные совсем энергии, любовь и деловые отношения. Есть разные виды отношений вообще в целом. Отношение к ребенку одно, к взрослому человеку, к родителям другое отношение. Но то же самое. Допустим, отец говорит, дочке там уже 40 лет, там отец говорит, ты вот так себя ведешь, вот это делаешь? Да, мой папа, конечно, папа, делаю все, да. Это по-честному или нет? Она уже, у нее своя жизнь там, она как бы живет своей жизнью. Некоторые люди удивляются, как мне вести себя с родителями, если они хотят то, чего я уже как бы, я уже взрослая, что я должна делать, то, что они просят. А вы просто по-доброму, да, папа, да, я стараюсь, пока не все получается. Точнее, ничего не получается. И он будет счастлив, потому что есть любовь, означает послушание к родителям, уважение. Не обязательно все делать, но просто послушай мнение. Согласись, скажи, да, мамочка, да, вот. И все, и родители будут счастливы, потому что любовь передается через уважение к старшим. Уважение означает их мнение выслушать, уважать. Вот, допустим, мой дядя родной пришел на лекцию, послушал на фестивале. Я говорю, как лекция? Он говорит, тебя все слушают так интересно, им нравится. Ты так ведешь себя хорошо, правильно. Я говорю, а лекция? Он вообще не понял вопроса даже. Он говорит, молодец. У меня за тебя гордость, говорит. Ты вот так вот себя поставил хорошо, что у меня за тебя гордость, а люди любят. Я чувствую себя очень хорошо здесь. Вот со мной все здороваются. Все говорят, дядя Олег Геннадьевич родной. Вот он так воспринимает, он через любовь воспринимает. И он на лекцию пришел, он не слушает, о чем я говорю. Ему важно, как люди смотрят, как я себя веду, потому что это любовь. Означает отношение. Не отношает, знание не означает. Любовь нет знания в любви. Отношения. Но мама моя, она все мои лекции слушает. И она слушает уже из любви. Она слушает, все выполняет, она скучает сильно, в разлуке живет постоянно. И она из любви слушает, все делает, вот она постоянно со мной, у нее постоянно лекции мои. На беговой дороге, она все про меня знает, где я, что делаю, я же лекции все рассказываю.
И она говорит: сынок, ты вот так только не говори, ты себя компрометируешь. Вот, поэтому есть разные виды отношений, есть родитель с родителями отношения. Они божественные. Надо вот смотреть на родителей, да, мой хороший, да, спасибо, все сделаю. Вот, это любовь. С детьми божественные отношения, игра. Надо очень смотреть на девочку очень по-доброму. Она капризничает, что бы она ни вытворяла, надо всегда с ней по-доброму. И ты по-доброму ей что-то говоришь, у нее это глубоко-глубоко внутрь будет заходить, у девочки. Самое главное с ней выдержать вот этот ее вулканический характер, у всех девушек, девочек, женщин, вулканический характер вот такой. Это выдержать, не обращать внимания и просто по-доброму к ней говорить. У нее включается разум сразу, у девочки. Ей не надо подготовительных никаких моментов. У женщины включается разум, только доброту она чувствует, сразу начинает слушать. Все, моментально. Ей не надо ничего подготовки никакой, она сразу будет усваивать. Через доброту. Доброту она чувствует, к себе любовь, доброту, все. Она начнет все усваивать моментально. Мужчине нужен опыт. Мужчина не может усваивать никакие лекции. Он будет слушать, пытаться понять. Но он не будет делать чисто вот просто потому, что он лекции послушал. Ему надо практика. Ему нужно все попробовать, проверить. Часто ему нужно противоположное что-то совершить, чтобы согласиться, что все работает, работает. Ну, то есть вот сделать наоборот и обломаться, и получить опыт. Мужчине важно. Мальчику по-доброму говорить бесполезно, он будет стряхивать лапшу с ушей и будет делать все, как он считает нужным. Мальчика воспитывает только добрые действия. Например, ты по-доброму берешь его за руку и ведешь в угол. Он спрашивает: мама, куда мы идем? В угол. А зачем? Будешь там стоять. Почему? Потому что я совершил вот этот поступок. А я больше не буду. Стряхивайте лапшу с ушей. Идем дальше в угол. Потому что если вы действия не совершите, он все равно будет делать, как делал. Вот и женщинам это очень трудно принять, женщины вообще сердобольные, и мужа ей учить и тоже воспитывать очень тяжело, потому что она живет словами, беседой. Женщине надо просто поговорить, и она думает, что с мужем поговорила, и он сейчас все поймет. Чего он не поймет? Мужчина понимает только поступки. И вот это самое ужасное, что происходит. Женщина говорила, 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 говорила. И когда только она начала разрушать семью, тогда он только понял, а уже поздно. Потому что женщина, она разрушает семью, когда она уже отмороженная. А у женщины так психика работает, она верит, верит, верит. Потом она остывает, разочаровывается. Когда она разочарована, уже дальше ее не вернешь в отношения. Все, она полностью отмерзает. Вот. Поэтому женщины сами неправильно себя ведут. Надо раньше поступки совершать. Надо раньше не разговаривать, раньше ставить условия, раньше жить отдельно, раньше показывать, что тебе не нравится. Действием, а не просто болтовнёй. И тогда ты не дождешься до того момента, когда у тебя сердце отвалится уже в отношениях, остынет совсем. Поэтому есть мужчины, есть женщины, они абсолютно разные все. И нужно правильно себя вести со всеми. Женщине нужна добрая беседа, мужчине нужны действия. Если ты что-то хочешь ему показать, действуй, иначе он не поймет. Мальчику тоже нужны действия. Добрые именно. Не надо злиться ни на кого, потому что злоба разрушает разум. И отношения нормальные разрушают. Доброта всегда означает, что ты перевариваешь человека. И вот это вот самое сложное. Это называется принятие судьбы или взять свой крест. Это то, что я очень много об этом на лекциях говорил, что если ты человека не переваришь, не сможешь принять его характер, его поведение, не будешь удивляться, если ты будешь продолжать ему удивляться, то как ты мог, то тогда ничего не будет. А если ты принял человека, дальше уже через доброту можно все поменять. В дружбе надо говорить все по-доброму и прямо. Настоящий друг все поймет, примет.
Если он не настоящий, значит отвалится. В семейной жизни только через любовь, доброту, легкий стиль. Легкий стиль означает, что ты делаешь приятно человеку. И ты не то, что как придурок себя ведешь, ты делаешь приятно. И для женщин легкий стиль означает улыбки, смех, вот так смотреть. Может, приходит раз вот так. И в это время он чувствует счастье. Хотя это игра, же, с этой точки зрения. Но вы же играете любовь с детьми. Также надо играть с мужем. Любовь одна и та же. Любовь означает игра. Это не означает что-то там, глаза квадратные делать. Это не любовь. Это бразильский телесериал. А вот любовь — это шутки, доброе, легкое поведение такое. Направлен на близкого человека. Можно в шутку тоже воспитывать. Когда ты принял человека, переварил, подходишь в шутку, что ты говоришь. Я, например, сильно хотел, чтобы у меня жена начала длительную ходьбу совершать. Но говорить я не мог ей об этом. И даже думать об этом не мог рядом. Она такая, что меня насилуешь. Не хочу, не хожу. И я просто проходил вот эти стадии победы над судьбой. Я первая стадия — принятие. Сначала я принял, что она не хочет. Потом, и нормально. Когда я принял, я сразу начал хвастаться, как у меня меняется все. Думал, что она захочет ходить от этого. Она слушала меня внимательно, как у меня меняется. Все, как мне хорошо становится. Начала следить, бегаю я или не бегаю. То есть она на меня это перевела, и типа, если у тебя меняется, тогда значит тебе надо это делать. И начала следить, вот делаю я или не делаю. Это вот я к чему привел. Пришлось к этому. Вот. И потом мне как-то там простуды пошли. Она говорит, а чего ты? Ну я все делаю, что-то у меня ничего не получается. Что ты посоветуешь? Я говорю, ну понимаешь, для того, чтобы простуд, иммунитет был, человек должен двигаться. Она говорит, зарядку что ли делать? Я говорю, ну хотя бы зарядку. А что ты имел в виду? Свою ходьбу что ли длительную? Я говорю, ну нет. Имел в виду, хотя бы чуть-чуть двигаться надо, чуть-чуть иммунитет. А говорит, а если сильно, чтобы поднялся? Я говорю, чтобы сильно, надо на два слоя двигаться. Она говорит, ну это на два слоя, если я танцую, это сколько по времени? Я говорю, минут 40 где-то. Она говорит, ладно, хорошо. А ты имел в виду, что тебе надо на два слоя двигаться, да, идти непрерывно? Я говорю, нет, танцы лучше для тебя, ты же женщина. Я все время увиливал этот ответ. Она меня на чистую воду выводила, как бы. Но постепенно она пришла к тому, что ей нужно движение. Иначе она не сможет вылечиться от простуд, постоянно простуды. И все пришло к тому, что она начала по 4 часа ходьбы. Сейчас она ходит по графику. Все как бы. Это произошло само собой. Потому что все подружки уже давно ходят у нее там, где мы живем. Они же все лекции слушают, все ходят, а она не ходит. Что получается, она упрямится просто. Она начала ходить тайком. Я узнал от подружек, я смотрю, жены нет, что-то долго, куда делась, непонятно. Звоню, телефон отключен. Все, приходит такая веселенькая такая. Ты где была? Не твое дело. От подружек узнал, что она уже давно ходит по 4 часа. Раз в 6 дней. Вот и все. Все само собой это получилось. Не надо было там ее мучить, заставлять. Это все не работает. Постепенный процесс развития человека через любовь идет. Как я говорю в лекциях, доброта — это трубочка, через которую знание можно плюнуть в сердце близкого человека. Прямо в сердце плюнуть. Надо же трубочку сначала иметь. Доброта. А доброта, она из чего создается? Из принятия и желания помочь.
Вот ты принял близкого человека, какой он есть, и просто желание помочь у тебя в сердце остается, но не трогай его. Потому что любовь не любит никакого насилия вообще. Только легкий стиль. И так намеки. Допустим, у меня жена, она, как многие женщины, гиперчистюля. И это, как я понял, создает иногда противоположный результат. Вот, допустим, на кухне посуда скопилась, а ей надо мыть очень качественно. И поэтому она их не моет ее, потому что она даже смотреть на нее не может, потому что у нее нет сил на эту посуду. И разок посуда начала по вечерам оставаться, там запах пошел. Жена разок утром проснулась, говорит, я плохо спала. Я говорю, ну давай посмотрим причины. Может быть, ты на ночь поел? Нет. Может быть, ты укуталась? Нет. Может, ты форточку не открыла? Нет. Может быть, о чем-то подумала перед сном? Нет. Все, нет. Я говорю, ну, значит, это осквернение злыми духами. Она говорит, какие злые духи? Ну, мы молимся каждый день тут дома. Какие злые духи? Я говорю, они грязи могут быть. Она говорит, ты что, на кухню намекаешь, что ли? Я говорю, а у нас кухня чистая всегда, я не знаю, там нет грязи. Ладно, пошла, короче. Потом другая проблема началась, она, короче, заснуть не может, спать, моет кухню, короче, допоздна. Сидит, моет кухню, пока кухня не чистая, спать не ложится. Вот. Ну, то есть, видите, я и сказал, мой посуду, да, грязно на кухне. Я сказал так, нет? А что я сделал? Я просто принял. И пришло время, а она сама вышла на это через Бога. Бог помог. Я принял и просто счастливо живу, привыкаю к тому, что происходит. И просто приходит время, все исправляется само. Также надо стараться делать то, что жена хочет. А женщины, они живут акциями. Вот сейчас, допустим, вы слушаете лекции, женщины, да? Как вы слушаете лекции, знаете? Вот у вас была картина жизни до этого. Вы ее убираете. И как чистого листа вот так берете и все вот создаете себе новую картину. Должны все пазлы сложиться, вы все изучаете, вот так у вас создается картина вот такая. И так как вы живете счастьем близких людей, женщина не своим счастьем живет, а счастьем близких она живет. Дальше она с лекции пришла, и что дальше будет с мужем, с детьми? Догадайтесь, трех раз. То у меня жена сходила на коралловый клуб. Я 2 года кораллы жрал. Честно. Потому что если не жрать, она жутко просто расстраивается. Я 2 года отожрал, пока она не сходила на магическую уборку. И потом, как она переключилась на магическую уборку, слава Богу, про кораллы забыла. Все свои кораллы, что можно, я все сожрал. Вот. По судьбе, что мне положено. Вот. Потом она где-то узнала, что надо свет выключать, иначе энергия уходит, и денег не будет. И я, оказывается, не знал даже, что я не выключал в ванне свет, когда выходил оттуда. И она меня проследила. И она говорит, ты в ванне выключил свет? Я говорю, вроде выключил, иди проверяй. Пошел проверять, не выключил, короче. Выключаю. И так раз 60, наверное. Потом она говорит, ты в ванне выключил свет? Я говорю, выключил вроде бы. Она говорит, иди проверяй. Захожу, смотрю, нет, света выключил. То есть я сначала его автоматически не выключал, а потом автоматически начал выключать. То есть она выработала мне вот этот вот условный рефлекс, или какой он, безусловный, я не знаю. И все. Ну, то есть мужчина, он живет чем? Как великие дела какие-то там вершит. Помогает всем людям на земле.
Ему, у него мысли в сторону лампочки там в этой в туалете вообще не поворачиваются. Он, у него есть пункт А, это ванная комната, пункт Б, это его компьютер. И он как бы по дороге ничего не замечает. А все работает вот на этих привычках. То есть привык выключать, выключает. И надо приучить по-доброму говорить, выключи свет, выключи свет, выключи свет. Он раз, уже не надо говорить, он уже выключает. Все вот так у мужчин это работает. Надо изучать друг друга, как психика работает, и вот принимать близкого человека и по-доброму относиться. Итак, есть кризис или конфликт. Конфликт означает, мы что-то не знаем. Что-то идет не так. Вот сейчас конфликт в чем заключается? В том, что нет любви. И обычное решение какое? Надо бросить близкого человека. Но священное решение, священное писание говорит, этого делать нельзя. Такого выхода нет в семье. И значит, какой-то другой должен быть выход. Бог же не хочет, чтобы мы были несчастными всю жизнь, правильно? Он хочет, чтобы мы были счастливыми. Значит, есть какой-то другой выход. И надо его искать. А я вам говорю, какой другой выход. Надо полюбить Бога, почувствовать, что Он главный в жизни. А не семья, не муж, не отношения, как все женщины думают. И тогда все наладится. А как наладится, посмотрите. Когда будет самодостаточность, отношения с Богом будут, тогда все наладится. Это следующая тема, которую я хотел бы вам рассказать. Это тема главного кризиса жизни вообще. Это вера. Почему девушке так плохо стало, почему она убежала? Потому что это вопрос веры уже. А вера — это самое сильное в жизни человека, и просто разговорами с ней не справишься. Вера — это как нить, на которую жемчужины нанизаны. Если нить вытащить, все жемчужины сыпятся. Так и жизнь человека тоже. Мы просто не знаем, во что мы верим. Но человек во что-то верит. Есть два типа веры. Есть вера, которую ты формируешь в себе, она формируется годами. Вот, допустим, человек говорит, я в Христа верю. Но это не значит, что он в Христа верит. Это значит, что он к этому стремится. А в основном люди верят в мужа, или в детей, или в работу, в машину, там, в квартиру. Ну, во что-то, понимаете, что дает, приносит счастье. Человек вообще верит всегда в то, что приносит счастье. Вот маленький ребеночек родился, женщина увидела его. А Бог дает женщине, единственное, только женщине, возможность видеть душу в сердце ребенка. И она, когда увидела ребеночка, она сразу, ой, какой он хороший. То есть она почувствовала духовную энергию из него. И всю нашу всю жизнь уже Бог ей оставляет эту память о божественной энергии своего ребенка. Вот больше ни у кого она не увидит этой божественной энергии. Причем ребенок у матери не видит божественную энергию, только мать у ребенка. Это односторонний такой процесс. И муж тоже может увидеть божественную энергию ребенка только глазами матери. Если он жену любит, он тогда будет любить так же, как она своих детей. Но когда он бросает жену, то у него остается чувство к детям, но оно не имеет глубокую такую божественную природу, просто привязанность. Ему хочется, чтобы у них все нормально было, но сердце за них уже не болит. Он уже не относится так глубоко к ребенку, как раньше, когда он любил свою жену. Поэтому, когда мужчина уходит из семьи, он лишается сразу всех. И жены, и детей, и все, у него никого не остается, он остается один фактически. Вот все, что у него было, все улетело. Женщины удивляются, как ты же любил своих детей. Бог дает только женщине возможность так любить на всю жизнь. Поэтому женщина никогда не бросает, даже самая плохая, не бросает своих детей. А если она бросает своих детей, отдает кому-то, она все равно тайком плачет иногда, когда вспоминает про них. Бывает, что она бросает, и она не может с ними жить по какой-то причине. Но она все равно страдает очень сильно от разлуки. Почему же тогда вот мужчина с женщиной тоже влюбляются друг в друга, и у них божественная связь тоже устанавливается? Почему они забывают про любовь? Вот мы не забываем про любовь к детям,
А к мужу или к жене забываем. Почему? Почему Богу не дать такую любовь, чтобы никогда человек не забывал о близком человеке? Почему бы ему не дать такую же, как детям, любовь? Почему он дает нам любовь, которую мы забываем? В чем проблема? Вам воздуха хватает? А? Надо чуть открыть. На проветривание поставить. Все. Можно чуть открыть, на проветрить, потом сначала сильно открыть, а потом оставить на проветривание. Но если тюль висит, то ни воздух не пойдет. Потому что тюль, он, видите, мешает тюль, она движется, мешает. Не дает, потому что это зона роста человека. Это зона роста. Мы в этой любви между мужчиной и женщиной развиваемся. И в чем развитие заключается? Надо вот эту привязанность и жгучее чувство к человеку надо превратить в чистую светлую память. Знаете, чем чистая светлая память, это настоящая любовь и верность, чем отличается от вот этого «я хочу быть с тобой», вот это, от этого? Знаете, чем отличается? Чистая светлая память, она имеет божественную природу, это любовь, и ты просто хочешь, чтобы человек был счастлив. Не хочешь, чтобы он был с тобой, а хочешь, чтобы он был счастлив. Это чистая светлая любовь всегда основывается на любви к Богу. Если ты достиг вот этой чистоты от Бога, святости, то ты человеку хочешь подарить счастье просто. Но его не держишь. И тогда он может остаться навсегда рядом с тобой. Потому что есть любовь, а есть эксплуатация. Вот мы все любим эксплуатацию. Мы хотим себе человека. Мы не хотим ему подарить счастье, хотим себе. Надо стараться его удержать. Но при этом настоящая любовь, чистая, которая людей оставляет вместе даже в следующей жизни, можно же в раю вместе остаться тоже. Если ты здесь сдал все экзамены, если у тебя чистая светлая память о человеке, чистые верные отношения у обоих, чистота, и ты как бы ну, очень возвышенно думаешь о человеке, то тогда вы встретитесь в следующей жизни.